37 человек погибли из-за наводнения в индийском штате Керала. Затоплены дома и сельхозугодья площадью 1000 гектаров. Люди из залитых водой районов переезжают во временные приюты. В регионе ввели наивысший красный уровень опасности. Сильные дожди заливают и юг Китая. 10 тысяч пассажиров пострадали из-за отмененных рейсов в аэропорту Джухай. Там затопило взлетную полосу и терминал. Улицы превратились в полноводные реки. Повреждены десятки авто. Дожди привели к оползням.